Третья поездка на Всероссийский форум и в третий раз призовое место. Моя инициатива в образовании – это мероприятие, где студенты со всех уголков страны представляют свои проекты. В эти дни мы выполняли различные задания, которые представляла нам администрация этого форума. И мы не забывали про нашу основную, главную цель – это представление нашего проекта. Это республиканская молодежная благотворительная акция «Свет добра». В апреле в столице Алмазного края прошла благотворительная акция «Свет добра». Студенты политеха собрали 32 тысячи рублей для девочки, у которой была обнаружена первая стадия ДЦП. Мы проводили в фойе ДК «Алмаз» ярмарку, где жители города представляли свою продукцию и за фиксированные цены продавали свою продукцию. И все деньги, которые они заработали, они передали нам в наш небольшой фонд. И эти деньги мы потом перечислили девочке с начальной стадии ДЦП на лечение. Благотворительная акция студентов Мирнинского политехнического института не осталась незамеченной на Всероссийском форуме. Организаторы присудили ребятам третье место. Анна Винокурова, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край».